Сезон 2021. Старт Лиги мини-футбола Приднестровья. Наша команда «Авангард ТВПМР» дебютирует в элитном дивизионе. Первый тур и первый соперник. Вице-чемпион Приднестровья. Команда «Электромаш». Место в воротах занимает Антон Коваль, чемпион Приднестровья. В прошлом сезоне выиграл золото вместе с бендерским «Локомотивом». Сегодня защищает цвета нашего «Авангарда». А это уже Алексей Диардзиев, еще один новичок авангардистов. Его выход оказался решающим в противостоянии с «Электромашем». Да еще каким, но об этом чуть позже. На втором поле проходят матчи Лиги С. Дебютант чемпионата «Ай-клуб» уступил новому «Тиросу» 2-6. Команда новая, мы дебютировали. Я считаю, что мы еще свой результат покажем, проделываем большую кропотливую коллективную работу. Думаю, мы еще свое слово скажем в этом сезоне. Колтайм против ТХК. Поединок команд элитного дивизиона. 3-0. Убедительная победа связистов. По счету хороший дебют. 3-0. Забили 3, пропустили 0. Это радует, но каждая игра в этой лиге, как и в предыдущих, впрочем, будет от ножа, на нервах. И снова матч с участием «Авангарда». Телевизионщики одолели футболистов «Электромаша». Счет 3-1. Причем хэт-трик в матче оформил дебютант «Авангардистов» Алексей Диардзиев. И еще интересный факт. Наш нападающий поразил ворота своей бывшей команды. Ребята позвали за ТВПМР. Да я, в принципе, и в прошлом сезоне хотел за них сыграть. Забил 3. В общем, помог команде. Тяжелая игра была во втором тайме. 2-1, конечно. До последнего гола. Третий забил и здорово, выиграли. У нас есть задача закрепиться в Лиге А, а все остальные наши задачи – это просто наши мечты. Следующий матч «Авангарда» ТВПМР проведет против команды «Вымпел». Встреча состоится в воскресенье. Начало поединка в 14:30.